Привет, парни. 900-я серия РЦФ. Вот он, R912А. А, я так понимаю, активный. Ну, вот такой усилитель. На высокочастотной части висит 75 вольт. То есть одно плечо открыто или пробито. Вот, говорили про шум, там про какие-то щелчки. Ну, понятно, какие тут щелчки. Тут не работает полностью усилитель. Модуль, собственно, состоит из платы, на которой находится блок питания, усилитель НЧ-канала, усилитель ВЧ-канала. НЧ-канала, усилитель мертвый. Не хотелось мне снимать его с радиатора, но придется. А тут все залито по полной программе. Посмотрим. Попила крови эта РЦФ-ка. Пришлось проверить все. И шим-контроллер, и буферные каскады поменял. И снял ключи, потом поставил на место. В общем, пошел я по неправильному пути. Но от того, что поменял шимку, не страшно, потому что китайцы уже сюда ставят клон. ИРС-ки. Оригинальные ИРС-ки ставить не хотят. То есть, может, нельзя, может, дорого, может, негде взять. Пришлось покопаться с защитой. И в итоге глупо, но дело оказалось все-таки в операционнике. И обычный операционник туда стать не захотел. А то, что они захотели, какой-то у нас тут стоит. У нас тут стоит. Сейчас скажу. 33078. Его под рукой и ближайшей продажи нет. Поэтому с третьей попытки нашелся такой, который здесь хорошо, уверенно стартанул. Вот. Ну, теперь обе несущие есть, уверенных. Буду потихонечку его скручивать, собирать. Вот такая неожиданность. Казалось бы, новая модель. Казалось бы, Томан. Казалось бы, Германия. А вот тебе и на. Китайцы наши пошли другим путем. Они теперь клонируют чипы. Дешманские прокладки, напоминающие какой-то целлофан. Вот они, причем в плохом виде совсем, все рассыпались. Я поставил на нашу родную слюду, на хорошую термопасту. Я думаю, теперь он немножко полегче себя будет чувствовать, а греется он прилично. Вот я его когда с него возился без радиатора, греется прилично. Вот везде стоит слюда, я на нее ставлю всегда проблемные места, где сильно греется, пока не подводила. Где-то мне вот откуда-то оно досталось, несколько листов, вот, и я их успешно ставлю, хорошо все охлаждается. Вот, сейчас я его скручу и на сографе глянем еще, что там у нас. Набрали по мощности или нет? Они же традиционно это делают. Но питание приличное. Питание по 75 вольт, плюс-минус. Тихое оно быть не может.
вот наш ВЧ канал. Там почти 15 вольт. И убирает его мягко лимитер мягенько. То есть дает, динамику не нарушает, дает на секундочку максимум, потом его начинает плавненько применьшать. Смотрите. Раз. Вот показываю. Вот даю плеску. И вот он начинает его мягко пригибать. Потом какое-то время не дает до плески доходить, то есть бережет. А если вот он помолчит по высоким, на маленькой мощности, потом можно дать много. И он его опять сдушит. Ну ничего, так здорово придумано. Сейчас проверим ВЧ-канал. Так как усилитель биампинг, я переключаю нагрузку, переключаю частоту. Вот сейчас ВЧ-канал, кстати, тоже мягко может придушить. Вот даешь плешку, и вот он его назад откручивает на уменьшение. Вот так лимитер интересно работает, такой алгоритм. Вот, на этом все. Там у нас барабанщики занимаются. Прямо долбят мне в голову, но я уже привык. Наверное, все с этим РЦФом. Всем пока!